Ну что, ребят, приветствую, мы продолжаем проходить Tomb Raider. Очень интересная игрушка, очень увлекательная. И, блин, остановились с вами в прошлой серии на... Не помню, чем реальном. Помню только то, что мы бежали по мосту. Под мостом. Убегали и тому подобное. Вот. А, мы в прошлой серии помогали катер с вами сделать, да? И потом главный героиня наш сказал, что, бля, я вернусь туда вглубь опять острова. Поэтому вот так вот. Если не видел прошлой серии, там в левом правом или левом. Левом правом, блядь. Нахуй. В правом левом, нахуй. В правом верхнем или левом верхнем углах будет подсказочка, да, на прошлой серии на плейлист, в принципе. Плейлист находится в описании, да, посмотри, с первой серии тебе будет более понятно, что тут еще происходит, да. Вот, в принципе, все. Саша, поудобнее, одевайте пледик обязательно. Надевайте пледик обязательно. Приятного аппетита кушать, приятного чаепитика в Питере и питья воды. Приятного вам просмотра. А мы, собственно, начинаем. О, привет! Так, да, нам новый лук дали с вами. Нам с тобой туда. Черт, сейчас пока не могу. Пока. Так, да? Даже так теперь можно? Что именно тебе нужно? Алекс, мы уже начали волноваться. Мне нужна монтировка и вообще весь мой набор. Без него катер не починить. Ладно, понял. Тебе идет Лара, дождись ее. Лара? Нет, я сам все сделаю. Ухожу, отключаю рацию. Алекс, что ты делаешь? Ну он же мужик. Что он делает? Вот что он делает. Краям. Что случилось с хозяином? На бирке имя. Милли. Как вкусненько здесь. По всем этим. Да ебать. А как? Мать, ты чё? Нахуя нам вот эту коробку? Ну понятно, что нам то на канат нужно. Мать, ты чё?
Да ебать. Понятно. Понятно. Короче, ладно, погнали дальше. Сразу же, моментально так. Опа! Так, опа-на. И что они сказали? Что там происходит? Какая-то баба освободила пленников и положила всю охрану. Что, серьезно? Здесь нужна помощь! Нахуй не хочешь, урод? Можно двумя способами забраться, да? А, нет. Пустится. Ладно. Я тебя понял. Ты его застрелил. Не бей. Вот так вот, ребятки. И работает все это дело. Да уж. Можно наверх еще подняться, что? Интересно, это и правда было подголовником? Или все-таки это часть скульптурной композиции? Обязательно узнаю, если выберусь отсюда. Так, ну здесь патрончики. Это быстрый спуск вниз, я понял. Сколько здесь всего вкусненького-то дают. Достойно. Винточка. Что случилось с детьми? Еще одно имя, выцарапанное на дереве. Коко.
Да уж. Сейчас никак. А это ведь какая-то лаборатория. Да, мать. Их отправили сюда изучать природу бурь? Здесь есть электричество. Как это возможно? Хер его знает, мать. Хуй его знает. Ладно, давай с тобой. Что у нас там по навыкам? Карабин. Автомат в карабин. Чего у нас по навыкам? Новое ничего не открылось, правильно понимаю? Да, нового ничего такого у нас нет с тобой. А, вот что нужно было сделать, да? А, да? Ебать, вот это нам охуенно нужно. Вот это нам пиздец как нужно с вами, ребятки. Вот это нам пизда как нужно. Хорошо. Бля, 500 стоит, ебать. Давай так с тобой сделаем. Ебать, нам просто... Бля, я не знал, что нужно было прокачать по... Ну ладно. Ну, давно прокачал. Чё, let's go! Ну чё, сейчас пизда начнется, ребятки, да? Нужно найти путь на ту сторону. Ой, бля, какое эхо. Как хорошо. Опа, спрятанные. Ну ладно. Угу.
Интересно. Чего нам сюда? А, да. А, подожди, не получается ли вот так у нас с тобой? Сука, так и знал. Ну, честно, хуй его знает, слушай. Это гробница была? Ага. А, ну, кстати, смотри, много не открыли с тобой. То есть здесь надо будет открыть, здесь. Вот здесь мы не открыли тайники. 3. Еще артефакт 1. 4. Тайник. 5 тайников не открыли с тобой. Того рот. Ну, ладно. Так, еще куда нам с тобой? Ну, нам туда, в любом случае. Ну, наверное, обратно. Это был, прикинь, это была гробница вообще. Я думаю, мы идем по этому. По сюжетке, а мы вон гробницу, значит, да? Ну ладно. Так, а куда нам нужно-то, подожди, вообще с тобой? Нам еще туда с тобой. Все. Чтобы обратно, что ли, вернуться? Получается, да. Бать, мать, тихо. Успокойся.
Ну ладно, так. Нужно найти что-нибудь покрепче. Я понял. Императрица Солнца дряхлеет с каждым днем. Совсем скоро она выберет себе преемницу. Боюсь, ею стану я, ее фаворитка. Она обожает меня, называет своей первой дочерью, всегда держит при себе, даже расчесывает мне волосы и наряжает в свои лучшие наряды. Я чувствую себя любимой собачонкой или куклой. Но самое ужасное, она все время пристально всматривается в меня, будто разглядывает собственное отражение в зеркале. Хоси, по ее образу и подобию, кажется, жрица Хоси напугана. Она начинает подозревать, что станет новой императрицей Солнца. Понятно. Такс. Индивидус. Они разбирают его на части. Опа, сюда нахуй. Поехали. Это попозже. Нет, нам сейчас нужно... Так, здесь мы с тобой все прокачали. Нам нужно вот это. Это дачу, хорошо. Сменить чайку, сохраняемся. Let's go, чё, let's go дальше. Ну ты чё? Такс, это лучше. Чего нас бы вызвали? А что тогда с рации? Всю ночь только по ней. Что
Хватит их здесь. Возвращайтесь к работе. Ебать, чё у вас так? Не-не-не, здесь она прям по стелсу, либо проходить по стелсу прям жестко, либо... Так, внимание, начинаем подъем. Не проходить вообще. Что там во дворце произошло? Над горами дым виднеется. В случае чего нас бы вызвали. А что тогда с рацией? Всю ночь только по ней. Что-то происходит. Брат, я же просил тебя помолчать. Всё, ни слова. И теперь что? Вот дерьмовая работа. Брат, прошу. Какой я тебе не брат? Как же все достал? Тащим и тащим все это дерьмо. Просто накрываем. Ради чего? Ради отца Матиаса? Ради долбанной императрицы? Сколько еще? Нет, нет, я... Что за... Что у вас там? Все в порядке? Все нормально. Нет. Продолжайте поднимать генератор. Возвращайтесь к работе. Сука! Так, внимание, начинаем подъем. Как думаешь, что там во дворце произошло? Над горами дым виднеется. В случае чего нас бы вызвали. А что там всю ночь? Что происходит? Брат, я же просил тебя помолчать. Все, ни слова. Заклинило. И теперь что? Вот дерьмовая работа. Нужна помощь! Блять, дура! Пожалуйста, вернись, вернись.
Ой, блядь. Ты угораешь, блядь. Пиздец. Ну, это, конечно, было не так сложно, не спорю, блядь. Погнали, всех облутаем сейчас здесь. Я хлутал, вроде еще вроде нет. Странная хуйня, ну ладно. Прибрежная база атакована неизвестным противником. Есть предположение о высадке на остров спецвойск американских вооруженных сил с целью помешать проведению операции. Связь нарушена повсеместно. Мы понесли тяжелые потери, многие просто исчезли. Весь оставшийся личный состав следует к древнему монастырю с целью установления контроля над погодным феноменом. Ожидается серьезное сопротивление по маршруту следования. Срочно требуется подкрепление. Подкрепление. Понятно. Thank you.
Откуда, блядь? Чего? Блять, вот уебан нахуй, сука, уебок ебаный. Блять, сука! Ебучая нахуй. Сука. Пиздец. Я в аху реально. Ребят, ну я реально... Просто, блядь, такие вы, блядь, гниды нахуй. Блядь, это пизда. Ему похуй, да? Охуенно, ребята. Классная игрушка. Очень классная игрушка. Спасибо вам за такую игру, ребята. Им похуй на патроны, в принципе. Тут выше это еще эти пидоры, блядь, сидят. Поехали. Пососали, блядь. Уёбки нахуй.
Просто пиздец. Опять вляпался. Знаешь, что я предлагаю? Давай посмотрим все. Лара абсолютно права. Здесь творится что-то странное, какое-то природное явление, которое заставляет погоду сходить с ума. Армейская научная база, императрица Солнца, безумная секта. Может, тут вообще снимают реалити-шоу? А на всех деревьях в листве спрятаны телекамеры? Хотя, должен признаться, все это до смерти меня пугает. Именно поэтому я отпускаю шуточки, от которых Рейс уже, кажется, звереет. Думаю, я должен сделать что-нибудь полезное, пока совсем не слетел с катушек. Мне бы очень хотелось быть похожим на Лару. Я просто ею восхищаюсь. Она не только умна, но еще и умеет надрать кому надо задницу. Хотя если она не обращала на меня внимания до сих пор, то теперь и подавно не обратит. Но, может быть, я все-таки сумею произвести на нее впечатление. Может быть. Давай мы здесь с тобой сохранимся, остановимся, в принципе. Спасибо за просмотр, такая серия была. Блять, интересно, что дальше будет. Интересно, как будет финал какой игры. Вот скоро, кстати, финал уже, да, скоро финал, поэтому спасибо за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на канал, тебе не сложно, мне приятно, это реально продвижение канала. И поддержка мне огромная от вас. Спасибо заранее, кто это делает, очень, для меня это очень ценно. В принципе, все, спасибо еще раз за просмотр, увидимся в следующих сериях. Давайте.